Иногда начинается эпоха полуголых женщин. Ну, вот так вот. Я далеко не буду отходить. В общем, в клинике там женщина такая. Хорошая мне попала. Знаете, у Чарли особенный писюн. Вот. Он не как у всех, у него там. Точнее, не писюн, а вот это вот, что где писюн заканчивается, да? И вот каждый раз, как его видят, они смотрят на этот писюн. Вот, и это. И она говорит, он говорит, какой у него это? У него, наверное, там что-то непонятно чего. Ну, говорит, сейчас я посмотрю. Сейчас он уснет, я посмотрю. Я сказала, чтобы мы еще ногти подстригли. На передних лапах. Задний он стачивает, а передний нифига. Три оладушка осталось, но они уже, наверное, все. И вот с этим писюном. Я говорю, да, у него особенный писюн. А, еще что-то, ну, хорошая женщина. Он так уснул на мне, знаете, она так к нему ласково взяла вот так его. И что, я говорю, только смотрите, ему выдерните. Говорю, в прошлый раз сказала выдернуть внизу, мне его выдернули вверху, а внизу вот они у него вот так получились. Она говорит, все, которые шатаются, а сейчас иду, думаю, все, а вдруг он сейчас вообще без зубов выйдет. Не знаю. Ой, ну ладно, посмотрим. Что теперь гадать, да? А вообще очень странно дома находиться без Нади, без Чарли, вообще никого нету. Что-то как-то странно очень. А, я же макароны хотела. Погода у нас, конечно, не пойми шо. Черти шо. Холодно, то жарко, не пойми. Он еще, знаете, лапы вот это вот лижет. Но это он от стресса. Я поняла, он от стресса. Я говорю, может от стресса? Он говорит, да. У меня когда Надя, например, он что-нибудь хочет с Надей там. Я с Надей играю, а он тоже хочет, а не может. Он же не умеет играть там. Он же гавкает, кусается. Вот. И у него начинается вот этот вот стресс. И он лежит, значит, на нас смотрит, а там эти лапы. Мум-мум-мум. Я его, конечно, ругаю. А вот. Это стресс у него такой. Красота. Пахнет. Кстати, правда, а почему не вкусно? Я когда рецепт в Инстаграме увидела, думаю, что-то фигня, а потом подумала, думаю, а что фигня, я же делаю такой салат постоянно. Короче, вот так вот. Сейчас через час уже пойду за ним. Но я его дома оставлю, а за Надей пойду сама. Что он, потому что, говорит, шататься будет, пускай он дома полежит, отдохнет. Ты на кровать хочешь? Пойдем на кровать. Пойдем. 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 Пойдем на кровать. Ты на кровать хочешь, любимый. Пошли. Пошли, пошли. Пошли. Давай. Эй, ты, Минька. Эй, ты, дурми. Ай. Ложись, ложись. Эй, ты. Эй, ты. Эй, ты, мининю. Милапу, давай, давай, ложись. Нет, ты посмотри. Эчате, сказали, много-много зубов выдернули. Не знаю, пока не хочу в рот ему залазить. Давай, ложись, Чарли, отдыхай. Так у тебя вид. Вот, умница. 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 Смотрите, ни кровиночки, ничего, все помыли. Отдыхай. Все, отдыхай. Сказали... Антибиотики пить. Там выписали ему антибиотики. До субботы, до воскресенья ему поставили укол. А сейчас вот антибиотики пить. Говорит, зубы вообще были ужас. Мой любимый, отдыхай. Только что-то, по-моему, зубы эти, ногти не подстригли. Или подстригли. Не пойму. Не подстригли. Забыли. У них столько народу было. Да, отдыхай. Отдыхай. Мой любимый. Тебе сейчас знаешь, что дам? Он любит на моей майке спать или халате. Отдыхай. Сейчас дам тебе. Да. А я сейчас за Надей пойду. И перейдем с Надей. Мой любимый. Это у него ничего страшного. Я спрашиваю, это какая-то как... Все,
Не буду трогать ротик. Любимый, спи. Зато хвостом виляет. С соседкой зашли в подъезд, она его погладила, говорит, дай, говорит, воспользуюсь моментом. Погладила его, говорит, больше я такого никогда не сотворю. Любимый мой, спи, отдыхай, ну куда ты встаешь? Эча ты, Аля. Это ты что, пользуешься моментом, да? Моментом пользуешься? На Надиной кровати. Ну ладно, сегодня тебе разрешаю. Но только сегодня. Мы идем, бля. Бля на Надином языке это гулять. Бла. 9 время. Чтобы вы понимали. Она встала, вот, бля, и все. И бля. Вот идем, бля. У нас своя коляска, я своей. Подожди, Надя. Пришли на площадку, да, Надя такая смотрит на площадку, не понимает, почему здесь никого нету. Я ей говорю, все спят еще. Она не понимает, она вообще любит с ребятишками играть. Тут всегда много народу, а сейчас ей скучно. Все только просыпаются. Да, Надь, рано еще. А ты вот бля да бля, бля да бля. Вот тебе и бля, еще даже магазин закрытый. Зашли в булочную. Смотрите, я помню, в русском магазине по цене самолета покупала грибочки. Себе бери, кушай. Надя меня подкармливает. Ну, положи назад, положи сюда, складывай. Булочные, вон они продают. Че у нас, смотрите, передавали на час дождик. Ну, время 11. Потусили в парке, потому что потом ребятишки пришли. Надя выбрала себе друга. Она вообще дружелюбная девочка. Вот. И начала с ним играть здорово. И мы полтора часа, наверное, тусили на площадке. Короче, сейчас вот видите, дождик. Не знаю. Я хочу поехать в Гранаду, в торговый центр. Но не знаю, не выбрала еще. Как упадет на голову все. То ли там поесть, но сегодня суббота, там народу, наверное, будет пипец сколько, на гору лезу. То ли дома у меня суп варится. Буду думать. Не знаю. Вот это я в ливень попала. Это уже сейчас ничего. Я ехала по трассе. Вообще ничего не было видно. У меня была идея остановиться, потому что вообще вот я машину не видела впереди, которая ехала. У меня руки все за это занемели, мама дорогая, такой вообще дождик. Блин. Пипец какой-то. Жесть. У меня все мозги уже, знаете, перенапряглись. Ай, Надя еще там сзади, кап-кап, дождик. Я говорю, да, Надя, дождик. А где я на трассе становлюсь? Ой, блин, ну все, доехала. Короче, мы в KFC засели. Взяла 2 детских меню. Надь, сиди. Вот Наде курочку даю с картошкой. Это я знала точно, что будет она хотя бы здесь картошку. Вот. Ну и вот такие вот эти. Курочка. Блин, мои губы терпеть не могу. Давай, сейчас оторву. На. Курочка, да? И сок ей. Там еще, наверное, мороженое будет. Везде очереди, чтобы поесть. Не представляете. Я ни за что бы на свете не стояла бы в очередь, чтобы поесть. Я бы пошла в Меркадоны. Купила бы себе бутерброд и поела бы. Ну вот смотрите, очереди, чтобы поесть. Я, конечно, не люблю по субботам ездить. Вообще по выходным, но дождик, знаете, делать нечего. Надя не в садике. Пойти в туалет сходить, что ли. В общем,
В общем, трындец. В туалет-то очень. Но сейчас время обеденное. Мы как раз пораньше пришли и успели поесть нормально, без очередей. Ну и продолжая тему моды. Пожалуйста, вам. Это H&M. H&M. Видите? Короче, я съела 2 мороженого найденного. Почти все ее меню. Смотрите, какая красота. Завязочка. Интересно, как относится, так или вот так? Наверное, и так, и так. Юбочки, видите? И везде такое, на одно и то же все. Смотрите, какая. 40 евро. Над, не болтай, а спи. Вот и голубая юбка. Рубашка. А, нет, не рубашка, это платье. А, нет, да, рубашка. А то что, а и платье такое же есть. Вот. А вот какая тоже красивая рубашка. 40-50 евро. Такая тоненькая. Симпатичная прям вообще. Марля. Прям красота. 50 евро. А это? А, ну да, зад. Симпатичный, да? Топ. Зара нас встречает вот таким роскошеством. Как у бабушки, правда? Наволочки. Все как у бабушки. Но это Зара. Это не у бабушки. Это Зара. О, прям целую кровать можно убрать. Не только подушки, но и целую кровать. Этот человек спать не хочет. Потерял заколку красивую, которую я только купила. Ну, это и понятно, какой спать, когда такая движуха. Вон везде музыка, она везде пляшет. У меня колес худуном ходит. Худуном. Ой, ой. Я сейчас в Лефтис. Ну, тут опять бабушкин это. Ну, ладно, вы посмотрите, какие штаны. Ой, не видно вам, да? Ну, короче, тоже бабушкины пледы. Как показать-то? Подождите. Во! О, красота! Прям, слушайте, были бы они другого цвета, я бы себе приобрела. Я не люблю летом черные носить. А так? Ну, шикардос. Все, уснула. Пока я попила кофе. Сиси всемогущая помогла. И Надя уснула за 5 секунд. На час, конечно, позже. Вот, поэтому я уже такая уставшая. Мы уже тут 3 часа, а я уже устала. Мне теперь пару часиков надо еще все ходить спокойно. Ну, в принципе, Надя у меня золотой ребенок. Она хорошо себя ведет. Поэтому я как бы не могу на нее жаловаться. Она там что-то не орет, не просит какие-то там всякие херню, да. Что-то там купи это, там да это. Мне такого, у нас такого нету. У нас даже сегодня на площадке мы играли. Ей мужчина дал какой-то шарик. Ну, другого мальчика. Она его не взяла. Она так на меня посмотрела, показала, типа, нет-нет-нет. И отдала. Представляете? Я была горда за нее. Прям гордость меня превышала. Так что можно с ней ходить и везде, и все, и вся. При шуме вот спит, потому что у меня дома она, наоборот, при шуме всегда спит. Ну, включай вот этот белый шум, и мы спим вместе. Смотрите, какая милота. Ну, разве не милота? Только не гнутся. Надо обувь детскую покупать, которая гнется, а это вообще не гнется. Купила Наде кроксы. Потом я дома все покажу, что купила.
А на днях я купила Наде вот такие шортики, трусики, непонятно что. Мне очень понравились. Что вы думаете, я теперь ищу к ним что-нибудь? Маечку какую-нибудь, блузочку, не знаю, ничего нету. Есть какие-то майки обычные? Мне так они нравятся, вот эти вот трусики. На лето они и хэбэшечка будут супер. Я, кстати, другую коляску здесь на... Вот так по лицу дала ей. Не знаю, я Надю как-то не знаю. Могу по жопе так, по подгузнику. Но это более смешно, чем больно, она смеется. Ладно, не в этом дело. Коляску другую беру, когда еду куда-то. Она компактная. И Надя, и видите, раскладывается полностью. Надя там как в кровати. Так, в Примарк пойду опять. Я здесь уже была, но она захотела спать. И, короче, я вышла отсюда бегом-бегом, чтобы это уложить ее. Смотрите. Вы говорите, мода. О. Мне кажется, это так колется. Так что... Я, знаете, чего хотела? Шлепки. Тут присмотрела, я их даже спрятала куда-то. Так, я их спрятала. Сейчас пойдемте найдем. Я их спрятала, чтобы их никто не утащил. Там. Я так обычно делаю. Что мне нравится, там я прячу. Ну, чтобы потом, знаете, вернешься. То ли размера нет, то ли еще что. А это всегда спрятанные. Если, конечно, их никто не купил. Там где-то в тапке, я помню, их положила. Бегом побежала. Ну-ка, 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 ну-ка. Так, дорогу. Да, вот это. Туда. Будьте здоровы. Вон они лежат. Видите? Во. Мода, да? Такая мода, представляете? Ты скажешь, неужели в Испании такое носят? Да. Да. Это очень удобно. И... Ну и цвет, естественно. Так, пойду сейчас все-таки посмотрю майку-то Нади. Много всего, но у нее столько одежды, что даже не знаю. Даже не знаю. Вот что-нибудь типа такого муслина, увидите? Ну, были бы какие-нибудь цветочки вот розовые. И чтобы оно в штаны закладывалось. Не подходит даже по цветовой гамме. Вот хожу, высматриваю. Наде прям нравится спать, уже 2 часа дрыхнет. Я тут в Икее присела отдохнуть. Хотела посмотреть ей этот наволочку. Все тут садятся, знаете, что для подушки вот. Это тут устроилось удобно. А что? Устала я уже, все. Пускай встает, пойдем это в парк еще на часик и домой. А не, она не встает, ей похер. Она вон повернулась бочком. Как в кроватке спит, отдыхает. А я уже устала ходить. Я уже все деньги стратила. Какие надо и какие не надо. Специально взяла с собой в кошельке. Думаю, в тархету карточку не буду брать. Уже залезла в карточку. Как это мне надо, это мне надо, это мне надо. А тут так вкусной едой пахнет, хотя есть я не хочу совсем. Сижу, отдыхаю, уже сняла с нее вот так вот это, открыла ей капот. Ну, она похеру его, ну, леглась и дрыхнет, деловаха.